Элит-гигант. Он пулеметами стреляет? Стреляет. Да, да, да. Лазер, это лазерные пушки, Дима. Нифига себе! Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Заварной кофе, Гусанёк. Серега, как всегда, отличное настроение. Пацаны, поздоровайтесь. Привет всем, летики. Всем привет. Ребятушки, продолжаем обзор на скибиди туалетов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас какой скибиди туалет самый крутой? Часть 2. Погнали. Скибиди туалет контролер. Поехали. Ого, он маленький. Так, тихонько. Ого, у него щупальцы. Хэдкраб. Тихо, тихо. Кстати, похож на хэдкраба. Он меня не убивает. А, убивает. Серега, 5 секунд на его описание. Как он тебе? Мелкий говнюк. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Дима, поднимаем настроение и веселимся. Вот камерамен. О, давай посмотрим. Кстати, у нас есть теперь крутая рубрика. Мы будем делать битву с виде туалетов и камераменов, потому что они между собой воюют. Все, Серега, убирай его. Он же под контроль должен был. Ну да, ну видишь. Это на Титана работает. А. Поехали дальше. Скибиди туалет. Электус. Ого. Нифига себе, вот это он мочит. Нормально, нормально. Так, что он еще может? Может залазить или нет? Ну-ка. Нет, к сожалению, не может. В анимации он залазил. А, вот, это ты. Серега, он хватает. А нет. Он меня схватил. Я видел, Серега, я видел, как он тебя схватил. Вот, смотрите. И сожрал, и вырыгал. Вот сейчас он тебя. Иди к нему, Дима. Да. Я только что видел, он меня схватил, Серега. Это рандомная анимация. А, я понял. Ну давай, Серега, ставим у камерамена, посмотрим, замочит он его. А ну ладно. У тебя, Серега, тоже хорошо получилось. А давай все-таки его поставлю, а ты поставишь этого чилипиздрика, и пусть они подерутся. А, спикермена, да? Да, давай. Так, блин, жесть. О, ты большого поставил. Ну давайте, ребята, напишите в комментариях, кто из них победит. Я ставлю на скибиди туалета. Я думаю, что он победит. Давай, мочи. Я угадал, ребята, я угадал. Офигеть. Ребята, не забываем написать какой-то креативный, классный комментарий. Поддержите наш канал, мы очень стараемся. И Гусаньку респект, напишите: Гусанёк красава, потому что благодаря ему эти все скибиди туалеты у нас в коллекции. Так, следующий у нас скибиди туалет элит гигант. Он пулеметами стреляет? Стреляет. Лазер, это лазерные пушки, Дима. Нифига себе! Вот это он мочит. А ну давай ему камерамена какого-то. Если он даст нам это сделать. Давай я его удалю, а ты ставь, давай камерамена ставь, а я его поставлю. Ты готов, Серега? Давай. На счет три, я готов. Раз. Два. Три. Ого! Раз ты по размеру поставил. Так, я ставлю на камерамена, я думаю, что он победит. А вы, ребята, напишите в комментариях, кто из них выиграет. Кто угадает, буду лайкать все комменты, кто напишет правильно. Камерамен выиграл. Ну конечно. Все, Серега, удаляй этого психа, ну нафиг. Все, ты его просто таким образом. А что там внутри у него? А, ничего нету. Было бы прикольно, если там еще какой-то механизм был бы. Так, следующий у нас туалет ученый. Ого! Нифига себе! Лет говнюк. Неплохо. Он паразитов этих мелких, кстати, пускает. Это он их ставит? Я думал, кто-то заспомнил их. Нет. Офигеть, ребят, ну это очень классные некс-боты. Просто великолепнейшие. Ай-яй-яй-яй-яй. А давай, Серега, камерамена ему какого-то влепи. Сейчас. Давай я удалю его. Еще маленькие здесь ходят. А давай я поставлю Титана вот по приколу. Ну давай. Вот. А ну мелкого замочит сразу. Хорошо, давай этого поставлю. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Ну давай, между собой не буду драться. Во. Так, я ставлю на скибиди туалета, потому что мне кажется, у него очень крутое оружие. Ну давайте посмотрим, что он будет делать. А он такой маленький для него, что он просто по пипиську ему стреляет. А что там этот паразит? Этот паразит вообще? Да ничего не происходит. Не залазит. Не залазит на него. Нет. Он должен его захватить. Должен, да, залазить. Он вообще ему не делать ничего не может. Давай его отодвинем. Подожди, может он...
расчехлиться как-то. А, когда в притирку ничего сделать не может. Но мне кажется, у него столько жизни, что это будет долгая песня. Давай, Серега, мочи. Убил. Или ты удалил? А, ты удалил, я понял. Давайте сейчас посмотрим. О, двое на одного. Ну, конечно, это нечестно. Трое на одного и ногами бьют его. Вот, вот, захватил, Дим, смотри, видишь? Этот... Захватил, захватил. Да-да-да, маленький на спине, да, сидит? Да-да-да-да-да, теперь он камерамена бьет. Офигеть, ай-яй-яй, попал под горячую руку. О, робот пришел. Все, они его убили. Все, Серега, удаляй, удаляй, ну их нафиг, это психи какие-то неадекватные. Так, Серега это сделал, красавчик. Паразиты маленькие. А, это паразитов надо удалить. Но у вас есть чем их убить? Серега, давайте я там есть пиу-пиу. Эй, ты отвали, ты заразелла. Эй. Все, Серега, красавчик. Так, следующий у нас Скибиди туалет снайпер. Блин, ну это вообще очень крутецкий пак. Поехали. Это читер, походу. Так прикольно ходит. А че не стреляет? У него АВП, кстати, в руках. А, стреляет. И звук АВП, все сходится. А, не может Серегу поймать. Мочи его. Ого, у него пуля мэддебелая, мощняк. Ого. Сейчас по роботу, наверное, гасанет разок, и робот разлетится. А где он там? А, он застрял. Нет, я катапультируюсь. Так, давайте еще раз его поставим. Давай, Серега, а ну какую-то ему преграду поставь. Сейчас. Ах ты, зараза. Давай, Серега, камерамена ему срочно, срочно. Давай, давай. О, пошел. А ну-ка, давайте же посмотрим, кто из них. Мне кажется, сейчас еще один выстрел АВП, а его нет. А, убил. А меня он убил. Ай, блин, псих какой-то. А, все? А нет, не все. Побольше Серега решил поставить. Давай, камерамен, мы ведь тебя верим. Они, ну не подходи, видишь, у них битва серьезная. Да я тут при чем? Я ж свой. Я ж за тебя. Ладно, тогда мочи его за это. Ого, аж экран так убелеет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, убил. Все, Серега, удаляй, удаляй психа своего неадекватного. Он присел на картаны. Так, теперь у нас, ребята, сейчас будет очень крутой пак. Это Скибиди туалеты президенты. Скибиди туалет Байден. Джо Байден. Прикольно сделано. Джо Байден. А вообще, а такое есть там в оригинале или нет? Есть, есть. Ну, есть от автора анимации там, правда. Я понял. Ну, блин, America. Неожиданно такие президентусы. Америка. А ну давай ему камерамена какого-то лупани. Ну-ка, сейчас, сейчас. Я его держу, чтобы он не вырвался, этот псих неадекватный. О! Нет, 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 это большой, вот. Во-во-во, давай, с мелким. Кто кого? Я думаю, Скибиди туалет. Ага, не убил. Ну зачем? А давай, вот, вот его, гаси. Во-во-во-во-во, а не меня, не меня, во. Смотри, челепись, Дрик. Челепись, а вот сейчас. Он за мной, тот за тем. О, все, наконец-то они... Сошлись в смертельной битве. Я не рекомендую близко подходить. Я тоже не рекомендую это подходить, но хочется прям посмотреть. Кто ж кого? Ого, он его лещами бьет. Та опять ты смотри. Ты давай, не шути уже, шутки. О, опять. Он сейчас его опять лупанет, короче, и тут отодвинется. Ну, мне кажется, этот Скибиди туалет намного крупнее, чем камерамен. А ты смотри, опять за мной. Че, дурак, что? Да ну я ж свой. И что, они так долго драться будут или нет? Думаю, да. Ну, походу, да. Только жизни уже у них. У нас нема мода на пут смотреть. В следующий раз надо будет добавить. Все, Серега, правильно я сделал? Ну их нафиг. Да, Скибиди туалет. Эрдоган. Президент Турции. Погнал. Но реализовано очень круто. Так, надо его кому-то поставить. Давайте я ему поставлю кого-то. Байдена. Во. Так, давай большого, чтобы его замочил. Так, Скибиди туалет. Давай, деритесь. Это жесть. А Скибиди туалеты между собой никогда, да, драться не будут? Нет. Было бы эпично, ребят. Это было бы очень круто. 40 лет спустя. Так, стопэ. Сейчас мы отключим искусственный интеллект и поставим что-нибудь посерьезнее. О, не, я извините, я переборщил немножко. О, нет, подожди, подожди. О, пойдет, давайте. Эпическое что-то снимем. Не, ребят, ну вы их стреляйте, нас стрелять. О, все. А че, он своего убил, что ли?
Получается. Вы же сказали, что они не воюют между собой. Ну это, может, камерамены и спикермены в этом баке воюют. Может, он случайно по нему попал? Такое возможно? Да. Тикай, ты чё убегаешь? Давай, Эрдоган, мочи его. О, все, бьет. А так, нет, полети. Представьте, испугался. Ай. Попадает еще, нифига себе. Что за битва такое? Было бы у нас больше... Ладно, психи. Так, все, ладно, Эрдоган, тебя убили. Серега не выдержал этой нагрузки психической. Думает, ну вас нафиг. Так, следующий у нас. Поехал. О, Серега, твой любимчик. Ким Чен Ын. О, Ким Чен. Северная Корея рулит. Глаза у него такие стрёмные. Тихо, не попадёшь. Серебрина. Анимация есть, пацаны. Да. Как скример такой прикольный. Кабрин. Ну-ка. Так, надо ему кому-то поставить. Сейчас мы лупанем его. Давай. Ого, он его с ноги умантулил. Ха-ха, подсрачниками просто бьет. Ну-ну-ну-ну. На! Он его просто как щенка отталкивает. Вообще ни о чем. Так, он залезть не может, да? Давай, деритесь. Ты ж мужчина, давай. Ого, аж трещины появляются. Только уж у него жизни. Ого, я на расстоянии умер, представляете? Хотя я не был рядом. Ну и кто кого... Да ай. Что он делает? А вчера эта штука не убивала меня. С пуза у него. Да капец, сколько у них жизни. Да, это что-то такая битва боссов, что ли? Так, я подходить близко не буду. Убил! Хорошо. Убил, Серега! Замочил все-таки. Я так понимаю, что жизнь у них у всех одинакова. Кибиди Обама. Обема. Был бы ты человеком. У них еще унитазы у всех разные, представляете, как круто сделано? Так, Обама, сейчас я тебе... Обеме. О, я знаю, кого надо поставить. Сейчас. Был бы ты человеком, а не унитазом. Давай. Колонка, покажи вещи. Ого, она прям напрыгивает на него. На. Неплохо, они мочатся. Вот так вот. Еще. Слева. Ой, я так, чтобы они нас не убивали, я сделал игнорировать игроков. Вот правильно, Дима. Давайте, наказывайте. Еще одно, нифига себе. Ой, это подождите, это уже неравный бой. А ну и так у нас неравный. О, пошел. И чё, долго вы они его будут мочить? Ну есть же какой-то такой мощный, наверное, у нас. Так ты шо, это Абема мощный. О-о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 
Раз все, они с ним расправились. Ну, это было жестко. Следующий у нас... Кибиди Трамп. Донна... Это настоящий? Ну, искусственный. Кстати, обратите внимание, у него золотой унитаз. Да. Он обиделся. А это ж на его игроков стоит. А почему у него прическа такая? Ну, у него такая вроде она и была, когда... Ого, он сдувает его! Чё? На, нифига себе. Ну, они реально с ним расправляются, ребята. Это прям жесткая битва, я вам скажу. Жесточайшая просто. На. Вот это они его откинули. А он, смотрите. Это он кигает просто. Да будут взрывы, пацаны. А нет, он будет стрелять по нему. А это он обманку такую сделал. А, я думал, будет, знаете, когда он прыгает и ракетами стреляет. Так, если игнорировать игроков, не должно нас дамажить, по идее. Да, нас не дамажит теперь. А, забирай свои слова назад. Ого! Смешно, я понимаю, веселитесь. Ну и чё, не может убить он его, просто не может. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы их всех взорвем мощной бомбой. Все, все, Серега. Так, поехали дальше. И последний у нас... Кибидитуалет Зеленский. Красавчик. Очень реалистично сделано, похоже. Мне ж так сразу не определить. Ну что-то есть. Обожаю здоровье. Слава Украине. Здоровьем слава. Так, давай. Покажет он как надо. Выйди отсюда, разбойник. Ой, пошел.
На! Нормально он на него дуднул. Ой, за карту улетел. Он его сейчас в воду, короче, скинет. Давайте посмотрим. Давай, давай. Ого, ого, он летит. О, купаться. А он не сдается. Вот это скорость у него. Нифига себе. Он просто какой-то гонщик. Нелегальный. Мне кажется, можно еще будет даже снять крутую рубрику. Кости бедитолит самый быстрый. Мне кажется, он победит. О, купаться. О, что там? Подводная битва пошла. Под водой дерутся. Одни брызги, смотрите, ребята. Сразу видно, где происходят какие-то события. Просто брызги фигачат. У них там подводная пати. Все, Серега, давай, сбрасывай. Ух ты ж, сколько много. Ой-ой-ой-ой, ребят, прощайте, мы сейчас все умрем. Ай-яй-яй. Я живой. Я за карту залетел. Ой, я завис. Тут, Серега, нифига. Еще летят. Короче, решили, ребята, устроить здесь просто апокалипсис. О, один умер. Это краб, крабик вот этот. А, у него самое мало жизни так получается. Ай! Серега, псих! Надо улетать. Даже полет сбивать, представляете, сука? Серега, ты там бросил бомб, сколько-то? Да хренище. Я вижу, ты какой-то неадекватный. Это просто жесть. У меня вебка что-то лагает. У меня вебка лагала из-за этих взрывов. Ай, блин, это жесть. А как она связана? А, все, не лагает. Очень странно. Так, отлетим. Да господи. Че, Серега, не умирают? Умирают. О, я вижу. А если опять буду лететь? Да. Ай, Серега, псих. Так, Серега, давай подожди, посмотрим, кто там остался живой. Хорошо, подожди, там последний. Я вижу, последняя партия летит, ребята. Серега сегодня у нас псих. Ой, вот еще бомбы. Да они тут валяются по всей карте. И вот. Серега, тут еще валяется куча бомб. Я отлетел, давай, кидай. Давайте я тоже покидаю бомбы, а че бы и нет. Погнешь, Игорь. Я буду их туда кидать вниз, а Серега я буду активировать. Отлетаем. Я вижу, летят еще. О, сейчас будет мега взрыв, ребята. Черный столб дыма стоит. Просто жесть. Ничего не видно. Ой, я не там бомбу бросал. Да ничего страшного. Ой, сейчас с ним прилетает, все, беги. Живые. Даже я умер, то что они отсюда долетают взрывами. Вон, смотрите, что делается. Мы любим, ребята, вакханалии делать, там это нравится. Мы кайфуем от этого. Короче, что, может они бессмертны? Не, ну как они бессмертны? Мы же их убирали. Не, быть того не может. Не, знаете, почему они не умирают? Пушка, давай пушку с Гренвича ставь. А смотри, сколько бомб там не активизированных. А что они не взрывают? Давай, короче, я кину сейчас бомба, которая их активирует. Отойдите все. А, ой. Серега сделал вещи. Сейчас еще одну скину бомбу, которая их активирует. Ой, я немножко там, ну, переборщил немножко, но вам понравится. Ой-ой-ой-ой. Ой, извиняюсь, обстоятельства. Надо валить. Их там бомбы мощных загорают. Вот, активировались они все. Убили. Одного. О, еще одного убили. Ну что, бомбы я деактивировал. Притом все. А вот валяется. Большой умер, пацаны. Остались только президенты. Давайте пушка их. Это мощь, ребят. Это просто мощь. Все, всех разбили. Ой, я хоть одного убил. Если вам понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, задержка.